передачу, поучаствовал во втором голе, да, который был по счету пятый, да, когда забивал Однашевич, именно он из боковой мяч вел. А это контратака ЦСКА, наверное, подустал Цауни, и поэтому требуется замена. Муса, выход к воротам, правая передача, ой, как здорово. Муса не пожадничал, и Роман Еременко делает дубль. Ну и это классическая контратака команды, которая использует пространство после стандарта у своих ворот. 6-1. Ну вот теперь уже game точно. Сет и да. Матч. Game, set and match. Теннисный счет. Роман Еременко делает дубль в этой встрече. Широков поучаствовал. Здесь офсайда не было. Здесь вот по стрижке газона очень хорошо было видно, когда стартовал Муса, но и не пожадничал. Муса. И эта комбинация очень понравилась тренерскому штабу. Поделились они уже эмоциями после забитого мяча и оценили действия игроков. Да, это было здорово. Это было здорово. И у нас во время повторов произошла замена. Георгий Щинников вышел на поле вместо Александра Цауни. И 15 минут еще играть. Хорошее мы посмотрели футбол.